5, 4, 3, 2, 1. Доброго времени суток, дорогие друзья, гости и подписчики Revanet Incorporated. Иван Владимирович у руля, Артем Агарам на том конце провода. Глава номер 8, Half-Life Decay. Называется «Напряженность». Карта Die Lasers. Поехали. Так, мы снова в лаборатории. Тут Келлер, тут Розенберг. Сейчас закончит водную. Я так понимаю, мы уже в комплексе Лямбда находимся, потому что это обстановка, как в первый Half-Life. Это комплекс Лямбда. Дверка не откроется. Чё? Так, а здесь чё? Понятно, здесь он тоже нам ничего не откроет. Так, а куда ты его хочешь? А, подожди, не веди его, я еще здесь не посмотрел, что тут есть. I'll briefly unlock the doors for you. I can remotely operate the elevator that will take you to the lab area. Then it's up to you to turn on the device. Так, ладно, не, погоди. Раз он у нас, его можно вести. Может, он дверки откроет? Чё, не? Не желаешь дверки нам тут пооткрывать? Нет, не желаю. Ладно, наверх. И на замес. I'll remotely operate the elevator once both of you are inside. Так, дверь он за нами закрыл. И эту дверь закрыл. Приехали. Одного ворта я проморгал. Отличная командная работа. А он дайчики? А, блин, оно не простреливается. Угу. Так, там лазеры внизу, надо будет их поднастроить. Но сначала я предлагаю локацию подзачистить. А здесь у нас что? Зомбяк. Не, ну блин, автоматные патроны на него тратить. А хотя это одно и то же, но... Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Сзади. Как тут темно, как в заднице, отвечаю. Ага. Так, хрена лысого эта дверь откроется, я понял. Нет, тут ничего нету. А, погоди! Открылась. А, ни хрена себе. Фу! Было близко. А здесь что? Оу! Ну смотри, какие гости. Так, не трогаем, наверное, но держим его в вид. Это... далеко из виду его не упускаем.
Ой, а эта штука током бьется. Чем-то напоминает эти неэтические исследования из лаборатории Лямбда, опять же. Вот Булсквит тут лежит полудохлый. Ну-ка, тут зомбяк безголовый. Нашпиговали этого, блин, иголками. Ну-ка, подожди, а этот убивается? По-моему, безобидный. Он привязан, реально. И трубка какая-то у него в этом. Да. Так, ладно. Дверка не откроется? Нет. А здесь что тогда? Ага, вот здесь зато дверь открыли. Так, допустим, ага. Тут, походу, смотри. Надо красный лазер загнать вот туда, наверх. Видимо, как-то зеркало поворачивается. Так, я, наверное, пожалуй, попробую вернуться. Надо как-то ж с той стороны попробовать это отследить. Ну-ка. Сейчас вернусь. Сломать ее как-то можно. Не, так я быстрее сольюсь. Хотя бы отключил. Ладно. А, ну и назад я тоже не вернусь. По одной простой причине. Дверь сломана. Ладно. Блин, и подхилиться неоткуда. Тип лазера вообще значения не имеет. Или, подожди, может фиолетовый? Блин, ну как, должно же зеркало это как-то поворачиваться. Ну пусть будет фиолетовый, хрен с ним. Допустим. О, дверь открылась. Тут лифт. А тут тоннель. Ого. То есть можно вернуться все-таки. Класс, дверь открылась, это хорошо. Ага, опасно. То есть надо все три лазера будет расставить.
Да, похоже на то. Допустим, допустим. Так, а как же, как это мониторить-то? I can't let you back up until the beam matrix is activated. Потому что... Так, слушай, а включи-ка лазер, он там включается же вообще, да? Ну-ка, сейчас попробуем его это. О! Так, одно зеркало перемещается. Слушай, включи зеленый. Так, есть. Я что-то получилось сделать. А так, а теперь выключи. Так, ага. Блин. О, я прошел. Ага, их просто надо каждую запитать по разику и все. Я понял. Источник, походу, вот он. Так, туда фиолетовый направь. Так, фиолетовый тоже есть. Отлично. Выключи пока. Так, о, а оно не убивает? А, то есть... Блин, вообще что да, кошерно. Так, допустим. Теперь надо что-то с этими зеркалами делать. Ну, два есть. Так, а попробуй белый. Ладно, давай цвета по очереди. Начнем с зеленого. Так, а желтый, если? Так, нет. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Еще один луч не активирован. Так, о, я, кажется, понял. О! Хе! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Теперь вообще красота. А теперь возвращаем. И давай фигач белым. Да! Опс! Я живой, я живой. Ой, тут грюнт. Блин, вот это уже опасно. Я без револьвера. Так, надо к тебе как-то вернуться. Ой. Блять. Подзарядился, думаю. Так, я восполняюсь. Короче, надо к лифту. Так, а как? Тут кнопка должна работать, по идее.
А, я догадываюсь. Тём, иди к тому, к той двери. К той дверке. Которая, в которой сломан этот. Там я тебя, думаю, пропущу. Я думаю, у меня получится. Ай, блядь! Пугать так, блин, долбанный вартигон. Там грунт у тебя, смотри. Болтается, поэтому аккуратно. В обратную сторону. То есть как пришли, так просто выходи отсюда, эти дверь держу открыть. Это тут грюнт стоит, блин, поливает. Все, пойдем. Сейчас мы злые просто, как черти. Отлично. Прекрасно, разобрались. А, да вы издеваетесь! Вольни второго, то я без брони. Мерси. Мерси, Буку. Здоров, Келлер. Чё, как оно? Good work. With the beam matrix active, we can attempt a resonance reversal. We seem to have become quite an effective team, but everything comes down to this. The rift has become dangerously wide, and it may already be too late. We must act now. И тем не менее, прошли на ашечку. На этом, дорогие друзья, мы закончим. Карту мы прошли, все хорошо, сложилось благополучно, рестартов не было. Ну, я, может, только жую сейчас просто, есть хочу. Ну и, в общем, все как обычно. Если вам нравится прохождение, ну, там все кнопки будут под видео. Ну, все как обычно, сами знаете, напоминать не нужно. С вами был Иван Владимирович и Артем Агарам, Half-Life Decay, кооператив. Спасибо, друзья, и увидимся с вами в следующих сериях. Пока-пока.